Господа, я хочу сейчас вам показать одну из своих работ, которую я проделал в Соединенных Штатах. Значит, у меня была мечта создать какой-то ансамбль типа Jackson 5. Я думал, что мне это удастся, надеялся. И действительно, мне попалась семья целая, негритянская. Пожилой такой отец, талантливый, и у нее пятеро детей. Вот они ко мне пришли в студию, и, значит, вот я их... Студия у меня была под магазином, я их записал. Так вот, секундочку, сейчас услышите, что они спели. Ну, значит, я их отвел в студию вниз, и вот, представляете, у меня инструментов всегда было много, я им дал гитару в руки. Вот они мне написали. This particular song here, we gonna sing a little Russian for our Soviet friends. We all got together one day and began to praise God. And we sat down and they explained to us, over in Russia, they call God Moogie Doogie. But you see, God is not only in Russia, he's not only in the United States, but God on the whole. Y'all know what? We're gonna sing this song for our Soviet friends and for you, you, and you. We're gonna tell you the meaning of Moogie Doogie. And this is the way we sing it. Has you? Doogie, we got the crazy, y'all. Doogie.
Здесь басня такова. Надо всегда уметь вовремя останавливаться.